Итак, друзья, добрый день. Вторник, 15 ноября. С вами я, Андрей Русанов, город-герой Одесса. И, наверное, начать имеет смысл с того, что сегодня 15 ноября. Сегодня, по большому счету, рубежный период. До сегодняшнего дня проходили все начисления, проходили все работы, скажем так, теневые. Друзья, добрый день. Теневые технические работы по настройке офисов. Опять-таки, сегодня же все участники получили в мессенджере письмо от компании. Что-то у меня подозрение, что меня не слышно. Меня видно, слышно? Поставьте десяточку, пожалуйста. Или от 1 до 10, как меня видно? Слышно? Все ли идет хорошо? Потому что у меня что-то подозрение на то, что интернет нас немножко подводит. Опять-таки сегодня. Да. Жалко, что такая задержка с опозданием, разрыв у нас связи. Реакция не такая быстрая. О, вижу ваши десяточки. Все отлично. Значит, все работает хорошо. Да, 15 ноября. Очень многие, наверное, даже больше злопыхателей ждали этой даты. Ждали, чтобы в очередной раз сказать, а не платят, но тут не так-то все и было. Сегодня пришло письмо, и такие даты были озвучены, сразу же говорю, эти даты озвучены компанией. Сегодня заканчивается начисление всех бонусов по компании. Сегодня день биллинга у компании, и уже 18 числа компания начинает выплаты по бонусам. День начислений, день выплат обозначен 18 числом. 24 ноября начинается начисление, вернее, начисления будут видны в наших кабинетах, и, скорее всего, будет, ну, я очень надеюсь, что компании будут прикручены платежки, и мы с вами будем иметь возможность получить все то, что мы, как у нас шутят, наклыкали с сентября месяца и по октябрь, по 30 октября. И самое, наверное, важное, это то, что на данный момент трекинг тестируется в трех странах, это США, Италия и Германия. То есть частично доступно в этих странах, не во всех регионах, я специально провел мониторинг. Да, и Германия, и Италия показывают ролики, показывают видео и даже получают какие-то результаты. Есть реклама, есть видео, все нормально, но, к сожалению, не во всех регионах. Радостная новость в том, что трекинг тестируется и будет запущен. И также в письме написано, что до 30 ноября компания планирует закончить тестирование трекингов и уже с 1 декабря открывать доступ к просмотрам. Такая вот новость, скажем, прозвучала в письме. Ждите уточнений от Алексея. Сейчас письмо еще раз уточняется с руководством. Все нормально. Подробности будут, как бы, о подробностях будет рассказано чуть-чуть попозже, тогда, когда будут должные уточнения. Что важно на данный момент? Первое. Я начал свою презентацию с новостей не зря. Понимаю, что на данный момент даже не все инструменты, созданные Алексеем Барышевым, моим руководителем, моим спонсором, работают ввиду того, что ведется настройка кабинетов, ведется настройка трекинга, ведутся подготовительные работы. То есть все идет по плану, и, соответственно, раз инструменты не работают, значит, вы не используете вебинары в полную силу, вы не используете вебинары для приглашения новичков в свои структуры, в свои команды. Я не говорю обо всех, я знаю, что есть люди, которые до сих пор приглашают и приглашают активно. Я вижу, как активно изменяется цифра в количестве новых участников на сайте компании. Безусловно, не так активно, потому что большинство людей все-таки ждут. Большинство людей выбрали позицию наблюдателей. Большая часть из почти 1,5 миллиона участников сидят и ждут. А что же будет дальше? А дальше будет 1 декабря старт следующего, 4-го этапа предстартового периода компании THW Global. И сегодня моя задача на вебинаре, я сегодня постараюсь это сделать немножко
может быть, в необычной форме, в сокращенной форме. Я сегодня просто проведу презентацию таким образом для того, чтобы каждый из вас мог по желанию, может быть, вырезать первую и последнюю часть, там, где информация все-таки больше касается существующих участников, и взять основное сердце сегодняшнего вебинара, основное ядро сегодняшнего вебинара взять для того, чтобы сформировать наконец-то свою презентацию. Да, я по-прежнему рекомендую, настоятельно рекомендую рассматривать компанию THW Global как хорошую перспективную площадку для заработка в сети интернет. THW Global. Вкратце, запуск предстартового периода состоялся 12 июня 2016 года. До сегодняшнего дня к компании присоединилось уже почти 1,5 миллиона участников. Это очень-очень сильная, серьезная динамика. И присоединились эти люди именно потому, что есть несколько таких очень характерных, отличительных особенностей компании THW Global, скажем, преимуществ уникального предложения со стороны компании, уникальных предложений по сравнению с теми бизнесами, проектами, которыми можно заниматься. Чем можно заниматься в сети интернет? Если сказать просто и систематично, сеть интернет – это место, в котором люди занимаются одним из четырех видов деятельности. Первое, естественно, это интернет, это развлечение. Второе, интернет – это обучение. Третье, это, скажем, интернет, это площадка для создания своего бизнеса, это продажи, безусловно, продажи, вне зависимости от того, чем вы занимаетесь, вне зависимости от того, какой у вас продукт, через интернет имеет смысл его продавать. Будь то инфопродукт, будь то живой товар, будь то что угодно, ваши консультации, ваши, скажем, ваше экспертное мнение. Вот. И четвертый момент – это площадка для инвестирования. Четвертый момент, безусловно, я не рассматриваю вообще, потому что по поводу инвестирования интернет кишит. И из 10 предложений 9 предложений в интернете по поводу инвестирования являются хайпами, пирамидами, чем угодно, но не являются живыми бизнесами. И среди всей этой навозной кучи большинству людей и таким, ну, скажем, людям, как я, например, я в интернете не очень силен, вот, достаточно сложно с первого момента, с первого взгляда сразу же найти хороший инвестиционный проект для того, чтобы стартовать. Первая отличительная особенность компании THW Global в том, что THW Global не является инвестиционным проектом. Соответственно, абсолютно все те платежи, которые проходят в компании THW Global, не связаны с инвестициями, они скорее связаны с оплатой каких-то дополнительных сервисов. Все платежи являются дополнительными, добровольными, и даже скажу больше, не рекомендую, я лично не рекомендую эти платежи проводить своими личными деньгами. Почему? Потому что у компании THW Global есть замечательный компенсационный план, благодаря которому каждый из нас, абсолютно любой человек, вне зависимости от географического своего расположения, вне зависимости от статуса социального, вне зависимости от того, сколько у вас денег на данный момент в кошельке, сколько у вас знаний в голове, вне зависимости от всех этих показателей, абсолютно каждый человек имеет возможность зарегистрироваться в компании THW Global и начинать зарабатывать деньги. Компенсационный план позволяет реализовать самые-самые смелые амбиции. И неважно, сколько денег вы хотите зарабатывать, в компании THW Global в компенсационном плане для вас есть предложение. Компания THW Global после регистрации, после запуска предстарта, предстартового этапа, предстартового периода, объявила всему миру о том, что, во-первых, THW Global – это видеохостинг. То есть это место в интернете, это площадка в сети интернет, в котором каждый человек имеет возможность либо разместить свой видеоматериал, свой видеоконтент, либо зайти на эту площадку для того, чтобы этот видеоматериал просмотреть. Аналоги есть, видеохостингов масса, видеохостингов тьма в сети интернет. Самый известный из видеохостингов – это YouTube. Безусловно, мы все знаем YouTube. Мы большинство видео, в том числе видео, которые показываются в социальных сетях, они интегрированы из YouTube, то есть они интегрированы с YouTube. Вне зависимости от того, что вы сможете это видео смотреть там, ВКонтакте или в Фейсбуке, видео взято из YouTube. YouTube – это мощнейшая на данный момент площадка, мощнейший видеохостинг. И на примере YouTube
мы, в принципе, очень многое понимаем в деятельности компании THW Global. Да, это место, где одни люди выкладывают видеоматериалы, другие люди просматривают. В чем же все-таки отличие THW Global? В плане видеохостинга отличие ключевое в том, что любой видеохостинг, как правило, живет именно за счет рекламы. Никто не платит денег для того, чтобы организовать свой канал на YouTube. Никто не платит денег для того, чтобы просмотреть видео на YouTube. Но однозначно YouTube живет и развивается. И это многомиллиардная компания именно за счет того, что YouTube и другие видеохостинги выступают еще и рекламной площадкой. Вот ответ на вопрос, откуда деньги в THW Global. Ответ на вопрос достаточно прост. Есть видеохостинг, на котором масса людей размещают видеоматериал, неважно, коммерческого содержания, развлекательного содержания, обучающего содержания. Этот видеоматериал смотрят другие люди, и в это видео встраивается реклама, прямо, косвенно, сбоку, сверху, с любой стороны, встраивается реклама, и эта реклама находит своего, скажем так, клиента, то есть нас с вами. 1,5 миллиона участников THW Global – это те люди, которые так и называются в компенсационном плане international viewers, то есть мы международные просмотрщики, и мы имеем возможность зарабатывать деньги на просмотре предлагаемых видеоматериалов. Все достаточно логично и коммерчески обосновано. Есть рекламодатели – это те люди, которые являются производителями товаров и услуг, либо те люди, которые продают товары и услуги. Они размещают рекламу, встраивают свою рекламу на площадке THW Global. Компания THW Global нам с вами, зарегистрированным участникам, предлагает видеоматериал коммерческого содержания к просмотру. Мы его просматриваем и получаем за это вознаграждение. Компания получает за это разницу между той ценой, которую заплатил рекламодатель, и той ценой, которую компания выплатит нам как вознаграждение. Вот, в принципе, в двух словах то, на чем строится бизнес-модель компании THW Global. Интересно? Однозначно, потому что в компенсационном плане предусмотрено вознаграждение для нас с вами, для international viewers, вознаграждение за просмотр предлагаемых видеоматериалов в размере до $25 за каждый просмотренный час видеоматериалов, но лимитировано в размере 10 часов в неделю. Простым языком, компания готова оплачивать нам за просмотр 10 часов в неделю по тарифу, скажем так, до $25 за каждый час просмотра. От чего будет зависеть цифра $25 или нет? В дальнейшем, при полном старте, это будет зависеть от того, в какой стране вы находитесь, какова стоимость рекламы, рекламных площадок, рекламных площадей в вашей стране, какова будет стоимость токена в вашей стране, курс токена. Очень важный момент. Для тех, кто смотрит этот вебинар в первый раз, рекомендую пересмотреть предыдущие видео, предыдущие вебинары презентационные и разобраться для себя, что такое поинты и что такое токены. Это две важнейшие единицы для того, чтобы контролировать и управлять своими заработками в компании THW Global. Теперь я все упрощаю до уровня одного предложения. Что такое компания THW Global? Вопрос номер один. Это видеохостинг с возможностью заработка. Причем возможность заработка и регламент этого заработка заложен уже напрямую в названии компании. THW означает 10 hours a week, 10 часов в неделю. Именно такой регламент по трудовому законодательству на дополнительные заработки фактически во всех развитых странах мира. 10 часов в неделю вы можете уделять просмотру видеоматериалов, и 10 часов в неделю компания готова вам оплачивать до $25 за каждый час просмотра. Соответственно, если в вашей стране тариф будет $25 за час просмотра, соответственно, будет курс токена, значит, вы в своей стране на просмотре видео будете иметь возможность зарабатывать до $250 в неделю и до $1000 в месяц. Хорошее предложение. Считаю, что это предложение уже уникально, хотя бы даже потому, что люди, особенно в странах СНГ, ходят на работу, занимаются своими бизнесами, тратят на свою работу, на основную деятельность 8, 10, а то и 12 часов в сутки и не всегда зарабатывают $1000 в месяц.
уникальность налицо. Вы работаете 10-12 часов в неделю, и компания оплачивает вам 10 часов по тарифу до $25. Что можно с этим делать? Я, в принципе, по большому счету, вот уже за несколько минут я ответил на вопросы, что такое компания THW Global. Это площадка, это видеохостинг с возможностью дополнительного заработка. Второй момент, что нужно делать? Да, вы имеете возможность просматривать видео. Я здесь делаю только одно отступление. В данный момент идет третий этап предстартового периода. Соответственно, в данный момент просмотры отключены во многих странах. В большинстве стран мира нет возможности прямо сейчас просматривать видео, потому что ведутся настройки трекинга, ведется настройка бэк-офисов, ведется настройка, скажем так, платежных систем для того, чтобы мы с вами имели возможность выводить заработанные средства удобным для нас методом. Все это ведется сейчас, к сожалению, оно не видно массам, эта работа ведется в фоне. Вот. На данный момент просмотры возможны только в нескольких странах, и то не во всех регионах. Соответственно, мы все с вами ждем тогда того момента, когда компания запустит уже четвертый этап. Потому что четвертый этап, это будет опять-таки период оплачиваемого теста, это еще не будет полноценный запуск. Полноценный старт состоится в начале 2017 года, и 1 декабря состоится опять-таки запуск четвертого этапа. Если у компании все будет хорошо, 1 декабря мы с вами будем иметь возможность уже начать оплачиваемые просмотры. Итак, предложение от компании. Просматривайте видео. Нравится вам видео, смотрите больше, просматривайте видео, зарабатывайте на этом деньги. Что нужно сделать для того, чтобы стать участником компании THW Global? Самое первое, обратиться к тому человеку, который пригласил вас на вебинар, который прислал вам информацию о компании, потому что одно из обязательных условий регистрации в компанию является наличие спонсора, то есть наличие человека, который пригласил вас в компанию, который уже является участником компании, соответственно, может порекомендовать вас компании в качестве International Viewer. И третья функция у спонсора – это обучить вас и довести как можно быстрее до первых заработков компании THW Global. Заработки интересные, заработки простые, интуитивно понятные. Ничего сложного нету в том, чтобы раз в день или там раз в неделю даже зайти в свой личный кабинет, посмотреть, какие видеоматериалы компания предлагает лично вам к просмотру и просматривать их в режиме 10-12 часов в неделю. Вот вся работа. Первая часть – наличие спонсора, то есть то, что необходимо, обязательное условие для регистрации в THW Global – то, что обязательно необходимо, это необходимо, чтобы у вас был спонсор, был человек, который вас порекомендует. По-другому в компанию THW Global попасть нельзя. Второй шаг, который нужно вам проделать, это взять регистрационную ссылку, взять реферальную ссылку у своего спонсора, перейти по ней на сайт компании, заполнить элементарную простую регистрационную форму, зарегистрироваться, придумать свой логин и пароль, зарегистрироваться, и вы уже стали участником, стали International Viewer компании THW Global. Это вторая часть процедуры регистрации. Третья часть процедуры регистрации – обязательная часть для того, чтобы вы имели возможность получать оплачиваемое видео, получать ту самую таргетированную информацию, то есть целевую информацию, направленную конкретно вам, чтобы вы не просто получали шквал рекламы, как это обычно происходит на буксах, на различных других сервисах и сайтах, дают кучу материалов, ваша задача просто скликать. Это копеечная работа, она не стоит рекламодателю ничего, она несет даже прямой вред рекламодателю, такого рода реклама. Мы, в отличие от таких буксов, заполняем демографический опрос при регистрации, вот это та самая третья часть, третий этап регистрации. Обязательно заполнить анкету демографического опроса, указать некоторые свои личные данные для того, чтобы аналитики компании имели возможность отправлять вам видеоматериал для просмотра, который потенциально интересен именно вам. Для того, чтобы я, мужчина, не смотрел женский рекламный материал, для того, чтобы я получал рекламу, скажем так, тех товаров и услуг, которые потенциально, реально мне лично, Русанову Андрею, интересны, я заполнил демографический опрос, предоставил компании некоторые данные. На основании этих данных компания будет предлагать мне в бэк-офисе видеоматериал для просмотра. Все реально просто,
и интуитивно понятно. Шаг первый – найдите спонсора. Шаг второй – зарегистрируйтесь в личном кабинете, зарегистрируйтесь на сайте компании. Шаг третий – зайдите к себе в бэк-офис уже после регистрации и заполните анкету демографического опроса. Все. С этого момента, абсолютно не внеся никаких денег, в соответствии с компенсационным планом компании, вы уже international viewer, вы уже имеете возможность зарабатывать деньги в компании. Каким образом? Первый метод я уже описал. Это просмотр предлагаемых видеоматериалов. Второй способ. Каким образом? Вернее, даже не способ, это метод... продолжение, что ли, увеличение, приумножение своих заработков, своих капиталов. Вы имеете возможность, став international viewer, имеете возможность просматривать видеоматериалы и также приглашать к просмотру других участников. То есть, как это выглядит в жизни? Я зарабатываю, не знаю, там, $100-200 в неделю на просмотре видеоматериалов THW Global. Замечательно, все классно, у меня... чуть-чуть улучшилось финансовое положение, я не считаю $1000 в месяц большими доходами, тем не менее, даже, ну, я не знаю просто человека, который не хотел бы увеличить свой доход на $1000 за месяц. Я просматриваю видеоматериалы, я зарабатываю деньги, все хорошо. Второй этап, я личность, я человек, я социальная личность, соответственно, я общаюсь с другими людьми, чаще всего, особенно это актуально для стран СНГ, чаще всего общаемся мы с теми людьми, которые не зарабатывают даже на основной работе $1000. Поэтому мне достаточно просто предложить им стать international viewer, пройти примитивную регистрацию, действительно очень простую регистрацию, и начать зарабатывать деньги на просмотре. Казалось бы, все просто, интересно и очень органично. Мы с вами люди, мы с вами делимся и хорошими, и плохими новостями с нашим окружением, в соцсетях, где угодно. Мы общаемся активно, как правило, очень, делимся, передаем эту информацию. Почему бы это не делать целенаправленно? Потому что в компенсационном плане компании эта деятельность, построение структуры, построение организации, построение команды очень и очень хорошо оплачивается. Если вы пригласили буквально нескольких человек, вы уже можете... рассчитывать на серьезное увеличение собственного дохода. Построение структуры – это множитель, это метод, который приумножает ваши заработки в компании THW Global. Если вы на просмотрах видео зарабатывали $1000, при помощи построения структуры, при помощи активного приглашения в компанию новых участников, вы можете умножить эту цифру не просто в разы, а в десятки и в сотни раз. Вы имеете возможность на построение структуры зарабатывать много, очень много денег. На бесплатном статусе, здесь я оговорюсь, если вы начали свою деятельность так, как я рекомендовал, без вложений, у вас есть лимит в заработках до $10000. То есть от построения структуры на бесплатном статусе, находясь, больше $10000 вы получить не сможете. Даже эти цифры очень и очень привлекательны. Вы имеете возможность $1000 до $1000 в месяц зарабатывать на просмотре видеоматериалов и еще к этому дополнительно до $10000 на построение структуры. Уже это предложение странам СНГ ну просто является ну заоблачным. Уже я уверен, что из 1,5 миллиона участников даже 90% не зарабатывают таких цифр. Несмотря на то, что уже наверняка был опыт участия в каких-то проектах, каких-то хайпах, пирамидах, наверняка пытались, пробовали, но таких денег не заработали. Это делает компанию THW Global уникальным, уникальнейшим предложением на рынке труда, на рынке заработков в сети интернет. Ежели вы хотите зарабатывать, скажем, чуть-чуть больше, не $11000, а $15, $20, $30000 в месяц. Что нужно сделать? Все достаточно просто. Компания для таких людей тоже подготовила очень вкусное предложение. Если вы сейчас уже зарабатываете $2000-5000, вы уже можете спокойно обратиться в компанию THW Global, пройти в компании обучение, сертифицироваться, приобрести сертификат стоимостью $995 США, и перейти уже с бесплатного статуса International Viewer на платный статус. Статус сертифицированного агента компании. Тем самым вы снимете себе любые ограничения в доходах и откроете для себя еще
массу-массу других новых источников дохода. Все достаточно просто. По большому счету, на этом презентацию компании THW Global можно было бы и закончить. Есть некоторые нюансы. Очень многие люди до сих пор не понимают, что происходит с компанией THW Global. Это рождает массу споров, массу домыслов, массу всевозможных фантазий, обсуждений в сети интернет. И, естественно, когда есть больше, чем одно мнение на какой-то объект, это вызывает сомнение. Да? Что такое слово сомнение? Сомнение – это сомножество мнений. Тогда, когда у вас есть две точки зрения по отношению к одному и тому же объекту либо процессу. Вы сомневаетесь, нужно регистрироваться сейчас или не нужно, зарегистрироваться или подождать. У вас рождается масса сомнений, потому что вроде бы как многие процессы, происходящие в компании, вам на данный момент либо непонятны, либо не имеют одной точки зрения. Моя точка зрения проста и однозначна. Есть компания THW Global, это раз, это факт, это не мнение, здесь домысливать ничего не приходится. Второй момент. У каждого зарегистрированного участника в бэк-офисе есть компенсационный план. Да, не на русском языке, да, на английском, но там все абсолютно четко и понятно разложено. И это однозначно. То есть есть домыслы, которыми богат интернет сейчас на форумах, в скайп-чатах, где угодно, есть домыслы о том, будут, не будут платить, сколько будет стоить токен, сколько компания будет оплачивать за рекламу, за просмотр видеоматериалов. Это домыслы. Есть компенсационный план, в котором четко прописано, что 10 часов в неделю будут оплачиваться по тарифу до $25 за каждый час просмотра. Ничего не изменилось за эти несколько месяцев, абсолютно ничего не изменилось в компенсационном плане компании. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. То есть компенсационный план – это тот факт однозначный, которому я доверяю. До тех пор, пока в компании, то есть в моем бэк-офисе, компания не изменит компенсационный план, до тех пор я вполне нормально и однозначно говорю о том, что да, до $25 мы имеем возможность зарабатывать за каждый час просмотра видеоматериала в пределах 10 часов в неделю. Это не изменилось ни на йоту. И следующий момент, который не менее важен. Что происходит на данный момент? Это режим предстарта, это период предстарта. Это период, когда компания уже не может находиться в тени. Почему? Потому что есть процессы, которые компания обязана произвести еще до запуска, до старта. Это такие процессы, как, например, самый главный процесс – это привлечение внешнего рекламодателя. И вот подумайте, на секундочку задумайтесь, и будет ли у вас два мнения на этот взгляд после того, как вы задумаетесь над маленьким моментом. Если вы рекламодатель, если вы решили рекламировать свой товар или услугу на площадке THW Global, что для вас на самом деле важно? Важно только одно, чтобы ваш рекламный материал увидел человек, который является вашим потенциальным клиентом в вашем регионе, в вашей стране. Так это или нет? Однозначно так. Это единственный интерес внешнего рекламодателя. И именно за это рекламодатели платят свои деньги. В случае с компанией THW Global именно за это рекламодатель оплачивает $90 за каждый час просмотра его целевой направленной рекламы, из которых компания из этих $90, $40 по компенсационному плану, это, кстати, тоже описано в самом компенсационном плане, $40 это те деньги, на которые мы с вами можем рассчитывать, сотрудничая с компанией THW Global. $50, естественно, компания оставляет себе на развитие, на поддержание сервисов и служб в качестве своей собственной прибыли. Это нормально. $40 в компенсационном плане расписано на наше с вами вознаграждение. Сколько здесь может быть мнений? Если я international viewer, и если я могу за час просмотреть сотни рекламных роликов различных предприятий, различных компаний, неужели это не стоит $25 за час? Да запросто. Поэтому мое мнение однозначно. Предстартовый период нужно пережить, это факт. Поэтому на этот период я обозначил себе срок до Нового года, об этом я говорил неоднократно уже на предыдущих вебинарах.
до Нового года и активно развиваю структуру и наблюдаю за тем, какие процессы происходят в компании THW Global. Без всяких криков о том, что вот у меня в стране отключили просмотр. Это самое глупое изречение, которое я вижу до сих пор в чатах, в форумах. Вот у меня отключили просмотр. Множество раз говорилось и на вебинарах, и в чатах, и везде пишется, что да, отключили трекинг во всех странах для того, чтобы поэтапно включить уже работающий трекинг. Так, допустим, как сейчас это тестируется в Италии, в Германии и в США. Следующим, я не знаю, какая будет страна следующей, но я знаю, что на предстартовом этапе это нормальный процесс, тогда, когда компания ведет настройку этого самого трекинга. Запускать неработающий инструмент глупо. Соответственно, нам с вами нужно запастись терпением до тех пор, пока компания настроит все сервисы и службы, для того, чтобы мы с вами могли спокойно, комфортно, я имею в виду не только спокойно с нервной системой, а спокойно это с минимальными затратами времени. Те, кто участвовал в предыдущих тестовых просмотрах, прекрасно понимают, что иногда приходилось для того, чтобы, скажем, насмотреть за неделю 10 часов в неделю, иногда приходилось и 12, и 15, и 20 часов посвятить просмотрам в эту же неделю. Это немножко, ну, скажем так, неправильная форма, да? Правильная форма – это тогда, когда мы 10 часов просмотрели, и 10 часов нам ушлось в показы. И 10 часов компания оплатила нам в соответствии с компенсационным планом. Вот правильная работа. Поэтому на период предстарта, друзья мои, относимся ко всему спокойно и ровно, с самурайским спокойствием, с долей терпения. Да, именно предстартовый период необходим компании для того, чтобы все настроить, настроить внешние связи с рекламодателями, настроить связи с нами, в том числе посредством бэк-офиса. Для того, чтобы наш бэк-офис полностью соответствовал и функционировал правильно, все это, на все это необходимо время, на это необходимо усилие. Над этим работают программисты, над этим работает компания. Наша с вами задача – понимать, что мы строим бизнес на перспективу, понимать, что предстартовый период компании рано или поздно закончится, и в начале 2017 года компания... опять-таки, если все будет хорошо, если не будет никаких карантосов, компания объявит старт, и мы с вами приступим уже непосредственно к заработку денег. Также верно и еще верен еще один момент. Четвертый этап, который начнется в первых числах декабря, четвертый этап предстарта, он опять-таки будет периодом оплаченного теста. Не ожидайте, что в этот период мы с вами, просматривая видеоматериалы, будем зарабатывать до 25 долларов в час. Это не соответствует компенсационному плану. Компенсационный план заработает именно тогда, когда компания объявит полноценный старт, то есть когда предстартовый период будет закончен. Это важный акцент, обратите на него особое внимание. Соответственно, мы с вами до конца этого года работаем по большому счету на перспективу. Все, что мы делаем, мы помогаем компании, да, реально это выглядит именно так, мы помогаем компании встать на ноги, набрать позиции уже по отношению к внешнему рекламодателю и получить возможность привлекать заинтересованных рекламодателей к участию в THW Global. Соответственно, мы помогаем в расчете на то, что после старта мы будем получать до 25 долларов в час за каждый просмотренный час. В расчете на то, что после старта компании мы с вами будем видеть абсолютно всю статистику в режиме реального времени, мы будем, привлекая новых и новых участников, не смотреть на то, в какой стране этот участник находится, потому что при помощи токенов и поинтов все это будет видно в кабинете у каждого из нас, в личном кабинете у каждого из нас. Все максимально просто. Все, что нужно сделать сейчас. Первое, запастись терпением. Второе, подписаться, если вы еще не подписаны, на каналы YouTube мои и Алексея Барышева. Там есть масса подробнейшей информации, уже, не знаю, уже сотни часов видеоматериалов по интересующим вопросам, по деятельности компании, по каким-то инструкциям, по каким-то конкретным моментам. Например, инструкция о том, как заполнить демографический опрос правильно, как пройти регистрацию, как сделать то, как сделать это. Будет еще масса других видеоматериалов, в том числе, скажем так, разъяснений по письмам, приходящим от компании.
для того, чтобы быть в этом информационном поле, для того, чтобы быть в курсе всех новостей и событий, подписывайтесь на каналы YouTube. Мало того, найдите нас в соцсетях, добавляйтесь в те группы в соцсетях, которые уже существуют. Это в Фейсбуке группа Майкла Лившица, нашего вышестоящего руководителя. Это группа в Google+. Опять-таки, добавляйтесь, будьте в информационном поле. Если вы еще не зарегистрированы, регистрируйтесь. Если вы не заполнили еще демографический опрос, обязательно это сделайте, заполните демографический опрос. Если вы не знаете, как привлекать людей в свою команду, обратитесь к своему спонсору, либо добавьте скайп-чат, и мы с вами будем иметь возможность это обсудить, скажем так, уже более подробно. Скайп-чаты – это одна из форм общения, одна из форм передачи новостей. Есть вот под моей, скажем так, модерацией находится около, по-моему, около 15 скайп-чатов. Поэтому добавляйтесь ко мне, найдите меня в соцсетях, я добавлю вас в скайп-чат и будете, опять-таки, иметь возможность обсуждать рабочие моменты, обсуждать появившиеся какие-то сложности напрямую с теми людьми, кто способен помочь вам решить эти сложности. Вот, где-то так выглядит моя сегодняшняя презентация. Суть одна и достаточно проста. Что делать? Я рассказал, как делать. Достаточно просто. Тут даже особо, скажем, нечего обсуждать. Если касается просмотра видео, значит, заходим в бэк-офисы. Тогда, когда это будет доступно, когда просмотр откроют в вашей стране, спокойно вы зайдете в бэк-офис, увидите предлагаемое видео, просматриваете это видео и получаете вознаграждение, получаете те самые токены. Вот. Следующий момент. Зачем делать? Тут как бы я не люблю вот те, скажем, моменты, когда, с одной стороны, мне нужно говорить что-то мотивационное, мне нужно говорить о том, как важно иметь цели, как важно иметь мечты, как важно следовать им. Но это делают все сетевики, это делают все участники множественных проектов. Они говорят, насколько важно тебе заработать денег, потому что ты же, наверное, хочешь новую машину, новую квартиру, ты же хочешь отправить своих там детей учить. Я этого не люблю говорить. Я знаю, что моя любимая ниша в структурном бизнесе – это искать и находить тех людей, которые уже являются экспертами в том или ином бизнесе, уже являются экспертами в том или ином направлении, уже являются сформировавшимися личностями. То есть те люди с теми людьми, которые уже знают, зачем им деньги. Если вы такой человек, если вы знаете, точно знаете, зачем вам деньги, мне нет необходимости объяснять вам, что быть богатым и здоровым гораздо лучше, чем бедным и больным. И в этом случае мы с вами экономим массу времени для того, чтобы сконцентрироваться на каких-то действительно конструктивных задачах, для того, чтобы сфокусироваться на деятельности, которая принесет нам увеличение дохода. Да, я не фанат THW Global, я не являюсь сотрудником компании THW Global, и третье, я пришел в THW Global с одной лишь только целью – заработать денег. Если вы пришли с целью заработать денег, скажу честно, у вас таких возможностей просто масса. Если вы амбициозный человек, знайте, что в THW Global в компенсационном плане реализованы в цифрах абсолютно любые пожелания абсолютно любого амбициозного человека. То есть, если вы хотите зарабатывать 10, 20, 50 тысяч долларов в месяц, в компенсационном плане для вас есть предложение. Все, что нужно вам, зайти в компанию, стать участником и изучить подробно возможности компании THW Global. После того, как компания объявит старт, компенсационный план вступает полностью в действие. И все те негаразды, да, есть такое украинское слово, негаразды, все те неприятности, все те моменты, скажем, вот предстартовые, которые мы с вами испытываем уже несколько месяцев, они будут вспоминаться вами с улыбкой после того, как вы получите первые чеки в компании THW Global. Чего я вам искренне желаю. По большому счету на сегодня все. С вами был Андрей Русанов. До новых встреч на наших вебинарах. Добавляйтесь, активизируйтесь. У нас самый горячий период – это
вот до конца этого года. Самый горячий, почему? Потому что он будет заполнен и обновлениями от компаний, и еще множественными какими-то неприятными разговорами со злопыхателями. Уверен, что после старта компании злопыхателям просто не останется ничего, как зарегистрироваться вам в команду и активно заниматься заработком денег в сети интернет. С вами был Андрей Русанов, город-герой Одесса. Всего доброго, успешных вам решений.